С этим вы уже знакомы. Этот инструмент для отстройки ножа. Показываем, как отстроить нож с помощью данного инструмента. Уверен, что половина мастеров, которые смотрят, знают, но на всякий пожарный скажу. У этого триммера нож не снимается при нажатии на нож. Поэтому владельцы беспроводных машинок, когда взяли данный триммер, ни в коем случае не давите, не ломайте. Здесь нож снимается именно откручиванием. Расслабляем здесь винты, и у нас начинает свободно вращаться вот этот нож. Плотно прижимаем его к задней стенке и затягиваем. Вот, собственно, и вся настройка ножа. Таким образом, мы максимально к нулю его настроили. Очень важно, чтобы верхний нож у нас не выходил за края нижнего, чтобы не травмировать клиента. Устанавливаем ножевой блок на место. Ну а если вам было полезно данное видео, не забудь поставить класс, подписывайся на канал, пиши свои комментарии. С вами был Юрий Жданов, пока!